Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и выходит роллинг. Роллинг на аккаунте девушки, подписчица, не подписчик, а подписчиц у меня на самом деле очень мало. Там буквально 6 или 7% от общего количества подписчиков, не знаю, ну вот так вот завелось. Ну а шо тут поделаешь, друзья, рожей, наверное, не вышел, не суть, да и в битву замков меньше девушек объективно играет. У нас 51 тысяча самоцветов, потратим 50 тысяч самоцветов, аккаунт молодой, 206 тысяч силы. Смотрим сразу, это, наверное, да, это, слушайте, это бездонатный аккаунт девушки. Я надеюсь, мы хоть что-то выбьем, потому что, ну, вообще, пора бы уже прекратить полосу неудач, друзья. Мастер рун не хватает, понятно, так, Розалинду мы не выбьем. Этих мы не выбьем. Давайте просто буду называть тех, кого мы можем выбить, потому что, ну, тут дофига донатных, да? Пока что мастер рун, Фрея, Королева Оз, Командора, Оккультист, Землеройка, Пепельная Матрона, которую я тоже еще ни разу не выбивал, Дракос, Свален, Дама Холода, на удивление, есть. Ведьмы нету. Малыша Ника нету. Скитальца нету. Бугимена нету. Слушай, до хера кого нет. Миши нету. Ну, так много героев нету, что я забыл, каких героев не хватает. АФ волна пройдена, АГ волна не пройдена. Дальше. Кошмарки. Что по кошмаркам? Шестая. Так, шестая пройдена. Седьмая еще не пройдена. Ну, по сути, что-то вроде яйца, наверное, по развитию. Не знаю. Расстановка, правда, очень странная. Девушка Дарина находится в гильдии под названием Black Clouds. ВКшечка, айдишечка. Все у вас, друзья, на экране. Еще целая куча мест. А, смотрите, она еще и лидер. О, май! Окей. Ладненько. Полетели. Ну что? А что по ништякам? Ух ты, ух ты. Ох, так, ну вот эти самоцветы, я так понимаю, открывать не будем, да? Тут еще, короче, ништяки. Ну, надеюсь, я не подведу свою подписчицу. Да, и, ребят, если хотите оставить аккаунт на роллинг, я зачастую больше занимаюсь роллингом самоцветов, там, возможно, пыль, акции каких-то, таланты ролить, и созвездие не особо, конечно, хочется, но созвездие, в принципе, можно, наверное. Ссылочка будет в описании, заявки на роллинг называется. Пока что мы выбили только Химеру, Фобоса выбили, но если я не ошибаюсь, он уже был на этом аккаунте, потом, конечно, посмотрим. Но мне кажется, что он был. Рыцарь тьмы, это все ерунда. Малышник недостающий. А может быть, он у нее есть, просто она его, скажем так, не распаковывала. Не видела надобности в этом. Химера. Ну, пока что, конечно, выбили двух недостающих героев. Воу-воу-воу, какие мы крутые и классные, ребята. А вы поставили, кстати, свой княжеский лайк? Поставьте, пожалуйста, я буду весьма благодарен. Так, слушай, так, малышник. Ну, слушай, да, нет, малыша Ника как раз-таки не хватало, и у нас получается, что, возможно, Фобос был тоже недостающим героем, хотя я бы его, скорее всего, запомнил бы. Так, оккультист, и да, если ты это смотришь видео, не забудь прийти на стрим, правда, я не знаю, что я сегодня буду стримить. Что-то вообще Фобос. А, нет, Фобос у нее есть. Видите, печаль. Малыша Ника недостающего выбили. Ну, как бы, я думаю, что это не тот герой, на которого рассчитывала непосредственно моя подписчица. Ледяной Феникс, но мне кажется, он тоже был. Рыцарь тьмы. Вот, выпадают, конечно, хорошие герои, ребят. Но пока что, к сожалению, только те, которые, по сути, были. Вот, смотри, Фобос по второму кругу упал. Давай еще ледяного дьявола. Ледяной дьявол так упадет. Давай еще по второму кругу ледяного феникса. Я уже ничему не удивлюсь в этой жизни, друзья. Мы уже, в принципе, потратили почти, ну, как бы, больше половину где-то потратили. Бульдозер, давай уже какие-то герои, там мастер рун, вот это вот все, как мы любим. Ну, я вот сегодня записывал на нее обзор. Героиня, конечно, бесполезная, но она, сука, красивая. И как бы для коллекции пойдет. Поздравляю. Ну и приятно, согласитесь, нового героя свежего выбить. Пепельная Матрона упала.
все больше и больше. О, Миша недостающий упал. Так, но пока что это... Ну, слушай, могло быть и хуже. Тут последние роллинги вообще до свидания были. Тут уже как-то даже я наконец-то первый раз пепельную Матрону выбил. Да, не самая крутая, мягко скажем, но тем не менее, подбодрите меня. Я уже ищу для себя любые оправдания, которые только возможно обнаружить в этом мире несчастном, злом, беспощадном. А, так, что, кого... Что, кого, зачем, почему? Давайте сольем немножко этих героев. Так, давай, чё бы не в смерть вообще? А чё бы не в смерть? Так, улетай, улетай, синие герои. Так, есть. Дальше, про зеленых тоже не забываем, друзья. Есть. Так, есть. Отлично. Замечательно. Ну что, погнали. Погнали. Так, панда-разрушитель, королева-змей, кристалль... Ну, тритон, наемный стрелок. Ну, как бы он был, если не ошибаюсь. 16 тысяч самов осталось. Фрэнки, рыцарь тьмы, Фобос третий раз падает. Ну, да, это оккультиста вместо Фобоса. Мне почему-то, мне так кажется, оккультисты Фобос это такие братья, они как-то... Ну, с небольшой паузой между друг другом вышли в игру. Проклятие Фобосов. Ну, что ты будешь делать, а? Ведьма недостающая. Спази. 9 тысяч самоцветов у нас остается. Ёб твою... Я не знаю, мне трудно найти какие-то слова. Литературные. Давай, давай будем так выражаться. Слушай, Фобос, ну елки, ну это ж это сколько могло выпасть хороших, недостающих героев, которых не хватает на этом аккаунте, который хозяйка аккаунта ждет их, но, к сожалению, мы определенно пока что рандому проигрываем. И такое большое количество Фобосов просто является каким-то троллингом. Бульдозер, как говно, не знаю, в каждом роллинге падает. Афина. Капитан Дрейк, давай! Валентина, давай, мастера рун, не знаю, недостающих героев. Пожалуйста, рандомчик! Пожалуйста, перед тем, как мы пойдем ништяки открывать, ну-ка, ей! Эй! Эй! Ну ж, давай, последние самоцветы, ну... Блядь, я уже, короче, за тысячу... Ну, там на складе еще самый есть, но это просто жесть. Короче, нет, ну выбили недостающих героев. Не знаю, как бы, чё, как там вы оцените, как хозяйка аккаунта оценит. Я думаю, что, ну, реально человек надеялся на других героев. Но это, конечно, Фобосы эти, это просто жесть какая-то. По-другому, друзья, и не скажешь. Реально, по-другому и не скажешь. Просто какая-то жестянка жестячая. Жестичушечка. Так, окей, дальше. Есть. Идем сюда. Есть. Окей. Так, может там с карт вот этих вот накопленных там кого-то выбьем. Хотя может там половина... Ну вот третья карта. Я правда не помню, кого там из этих третьих карт надо было. Слушай, ну определенно Фрея не хватало, да? У нас 6 карт. Давай откроем. И она не падает. Выпадает 2 седны, еще какое-то говно. Но Фрея не падает, серьезно. Серьезно. Смотрите, а яйцо не такой уж и неудачник без доната, да? Столько героев, и на яйце, по сути, никогда таких больших роллингов не было, чтобы прям на 50 тысяч самоцветов. Ой, жестко-то как? Ребзя, жестко. Жестко, очень жестко. Это какой-то жесткий троллинг от рандома. Не знаю, сколько еще раз слово жестко буду говорить. Можете посчитать, сколько раз я сказал слово жестко. Написать в комментариях. Вот. Словами цифры пишем. Чтобы 4 слова было. А то там сам великий магазин на диване Вилсаком сказал, что Ютубом засчитывается только 4 слова в комментариях. Потому, конечно же, мы этому человеку поверим. Просто с невероятнейшей репутацией. Человек, ладно, а у нас уже места закончились, значит, мы идем что делать? Сливать допов. Так, улучшить навык,
не знаю, ну, как бы смерть. Ну, все равно тут эти герои, да, да, для силы будут качаться на максимум. Шо уж тут поделаешь? А как же ты от этого отойдешь? Да никак. Никуда. Ни зачем. Так. Есть. Дальше. Нанять. Войти. Так, окей. Ништяки, ваши подарки. Вот эти вот сундуки, давай, открываем. Скины вот эти можно использовать, прокачать силушку. В любом случае, конечно, да, мы открываем целую кучу ресурсов, которые определенно понадобятся на этом аккаунте. Опа, слушай, оу, у нас-то бездонатный аккаунт. Еще как, какие карты есть? Твою ж дивизию. Твою ж дивизию, так. Это мы открываем. Это мы открываем. Так. Ништячочки, 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 ништячочки. Ух ты, ёб. А многие-то уже, наверное, отключили видос. Многие отключили. Слушай, может, оттуда что-то реально ценное упадет, а? А, ребята? Повезет нам уже когда-нибудь сейчас какого-нибудь барда на бездонате. Хотя я даже... Ну, я загадывать не буду, потому что страшно. Снова там этот дуэлянт упадет. Так, эти части... Ну, я не знаю, если открывать, то открывать, конечно, все. Или не все, или не затягивать видео, ребят. Че, открывать мне все вот эти вот ништяки или нет? Вот пишите в комментариях. Слушай, да тут как бы это видео у нас, мягко скажем, еще не закончено. Тут у нас ёперный ты театр. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Сейчас посмотрим. Ух, и берегла, и выдержала, и не открывала эти карты. Я б не стерпел бы, честное слово. У вас недостаточно места на складе. Господи, да что ж тебе не имется с этим местом недостаточным-то, а? Игра. Так, самоцветов тут уже особо не осталось. Да, да, тут, конечно, вот это можно открыть. Ништяков прибавляется на аккаунте, потому, конечно же... Мест не хватает, подожди. Тут у нас что? Адская коробка, тут эмблемы. Место освободили, это что? Мешки с эмблемой, тоже место освободили. Уже 10 мест, уже 11 сейчас будет. Уже будет 12 мест свободных. Смотрите, какой я молодец. Так, еще места, смотри. Вот так вот. Тоже эти сундуки с эмблемами уже сразу, там, не знаю, 10-й раздавали бы. Чего ж тут мелочиться? Так, это мы тоже, это мы, наверное, ну, хотя давай откроем. Да, просто на ноль вышли. Так, это можно открыть. Просто тупо место освобождаем. Так, тут, надеюсь, мы сейчас... Ах ты, елки-палки, как мы места заняли. Какой-то скин доселе, не попадавший на этот аккаунт, выпал. Ладно. Ну, 10 мест свободных. Окей. Слушай, блин, на бездонатном аккаунте. Смотрите, чтобы раньше, года два назад, столько было свободных мест. Вообще, да, ребят? На складе... Ну, то есть, не вы, какие свободные места. Чтобы раньше на бездонатном аккаунте было столько ништяков, да это невозможно. Да не в жизнь, как говорил один высокоразвитый индивидуум среди шимпанзе на ютубе. Да не в жизнь. Вот. Так, окей. Вот это мы открываем. Вот это мы открываем. Вот это открываем. Слушай, сколько тут всего? Ёперный театр. Так, 12 мест свободно. 13 мест свободно. Так, о, господи, эти осколки, это тоже разработчики. Ну, хватит их раздавать, но они бесполезны. Они никому не нужны. Два осколка дракококакаса. Ну, тут на этом аккаунте быстрее этот дракококакас выбьется, чем тут эти осколки соберутся. Ну, бред же, бред. Ну, а разработчики до сих пор, они, то есть, они как бы достаточно безответственно относятся к акциям, к смене наград. Они продолжают выдавать. Просто, а по сути, это уже давно превращается многие вещи в мусор ненужный. Но разработчики не останавливаются. Ну, им просто лень менять. Им лень каждый раз перерабатывать. Но с теми изменениями, которые происходят каждый месяц в игре,
Тут уже как бы ничего другого и не сделаешь. Так, отсюда я не знаю даже, что мы ждем. Я уже забыл, каких здесь героев не хватает. Давай попытаемся открыть. И... Господи, да какой Трифит, что за сценарий яйца? Твою ж дивизию-то, а? Тут всякое разное может выпасть. Давайте болеем, болеем за человечка. Все-таки девушка, давай. 3, 2, 1, пуск. Все, все. Блять, сука, я бы так на яйце, наверное, даже не радовался. Блин, как здесь радуюсь, слушайте. Ну теперь уж точно подписчицы мои обрадуются. Вот теперь прям хорошо. Вот теперь прям замечательно. Питомцев уже, наверное, сама откроет. Не будем слишком сильно затягивать это видео. Но это, блин, круто. Выбили Барда, и Бард, конечно, офигительно поможет ей в игре. Главное его правильно собрать. Вам же пожелаю такой же огромнейшей удачи. Вот, держимся, идем вперед, моем руки, соблюдаем гигиену. На улицу меньше выходим, в людных местах не появляемся. Закупаемся туалетной бумагой. Вот, ладно, дальше шутить тупые шутки не буду. Удачи, друзья. Спасибо за просмотр и всем пока.